ребят. Сходила я, забрала, ничего не снимала вообще, вообще ничего снимала, столько новостей, потому что у меня были полностью забиты карты памяти. Монтировать очень немного, все забиты, все карты памяти забиты, MacBook полностью заполненный, и я ничего не снимала, вот сейчас вот только загрузила все на MacBook, все под завязку, даже вот еще флешки, еще тут файлы, то есть мне монтировать, то есть... Перед этим влогом я монтировала очень много материала. Вот, еще здесь у меня 8 гигов осталось. И пока вот не смонтируешь... Вот надо монтировать, мне кажется, каждый день свежак, чтобы не копить. Просто когда нон-стопом снимаешь, время нужно на монтаж. Это вам не ТикТок, это вам не Инстаграм Сторис. Там все намного быстрее, живее, там монтаж вообще не нужен. Так что такие дела. Значит, я сходила сейчас, ребята, сходила, взяла ремни, сдавала Лёше пробивать дырочки. Я вот не помню, рассказывала я вам про это все, что я отдавала пробивать. Два ремня. Значит, сделали нормальные здесь две дырочки на одном и на втором. Так, ладно. И забрала еще я заказ свой с Айкор. Я там заказала масло авокадо. Вот в такой вот коробке. Сейчас я буду снимать распаковку в ТикТоке. Вот, поэтому сейчас я открою все в ТикТоке. А вам уже распакованное масло. Покажу, что там за масло, какая упаковка, не разлилось ли. Ну, вроде бы по коробке все целое. Вот. Что дальше? А, в фикс прайсе я была. Сегодня я пришла в фикс прайс к администратору. Я говорю, давайте мне администратора. Подошла к администратору. Ну, туда прям к ней зашла. В офис, в смысле, в кабинет. Вот. Она говорит, что случилось? Я говорю, ну, я вчера приходила. Говорю, мне сказали, что к вам нужно... сломалась игрушка. Что произошло? Она так, ну, как-то немножко зло на меня посмотрела. Что произошло? Я говорю, да как бы... Ну, рассказала, короче, ей правду. То есть я не стала говорить, что ребенок играл. И я говорю, я начала расщеплять. Почему-то игрушка была слепленная. Ну, вы сами видели. Игрушка была слепленная между собой. И я сразу на моей руке сломалась. И я думаю, может, я такая корявая. Взял у меня муж эту игрушку. И у него в руках тоже сломалась. Я говорю, ну вообще, как так, говорю, какая-то... Ну, то есть 22 числа я сделала покупку, и у меня рука сломалась. Вот, она такая, ну давайте я поменяю, я говорю, а там они все слеплены. Она говорит, ну пойдемте посмотрим. Я говорю, я смотрела, они все в коробочках идут уже, вот это вот, все слепленное. Вот, она такая, ну ладно, пошлите, я вам сделаю возврат. Я думаю, сделать возврат на карточку, нет, она наличка мне дала 100 рублей. Я рубль дала, она мне дала 100 рублей, короче. Следующая новость, здесь Анфиса рядом сидит. Я сейчас все это сходила, забрала. Сейчас к нам приезжает Лешин папа. Он позвонил, он хотел взять билет на 23, но у него не получилось. Вот, и сейчас Лёша поехал за ним на вокзал, а отец мой принёс с гаража эту, как он называется, так, она целится в пакет, матрас, Артёмка будет у нас спать на матрасе, дедушку, наверное, положим на раскладушку, потому что нифига дедушку класть на матрас, мне кажется, вот, ляжет он у нас на раскладушку, вот, так что такие делишки, ребята, вот. И еще по поводу дня рождения Артема еще с друзьями. Я говорю, ну, поговори с друзьями, там, может быть, сходите куда-нибудь. Ну, короче говоря, ему понравилось. Да, блин, засранка-то, а? Она мне вообще не мешает. Поговори, говорю, с друзьями, может, куда-нибудь сходите. И, в общем, он поговорил с друзьями. Говорит, я хочу опять на квест. Ну хорошо, я обзвонила квест. Ну как обзвонила? Я говорю, посмотри, какой пойдешь. Он говорит, мама, страшный, только не сложный. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну смотри, выбирай. Говорит, ой, я не знаю. Он начал смотреть, выбрать ничего не может. Я говорю, ну хорошо, я буду звонить там, где реально вас возьмут с вашего возраста. С 13 лет, чтобы подростку можно было. Вот. Обзвонила много квестов. Кстати, по поводу кардиолога. Я говорю, может, нельзя все-таки как бы... Ну, может быть, он говорит, да, ну фигня, ну, короче, обзвони, узнай, там, наверное, сильно пугать все равно не будет, раз подростки. В общем, ладно, давай звонить, обзвонила все квесты и остановились там на одном звонок или, да, что-то такое. А,
Нет, звонок передумали. Решили пойти на лавку мясника. Мне посоветовали 500 рублей с человека. Что-то остальные 700 рублей мы посмотрели. Но он говорит, страшно ему надо. Там с 18 лет, 16 лет вот остальные супер страшные за 700 рублей, которые для взрослых. Они с 18-16 лет только берут, сказали, подросткам не советуем. Я говорю, он уже был на квестах, как бы уже опытный. Но мы не хотим с ними идти, в прошлый раз мы ходили, сопровождающие взрослые, а сейчас, ну, мне кажется, пускай сами идут там. И я говорю, спроси, кто точно с тобой пойдет. Он говорит, 4 человека. Хорошо, сейчас звонит мне со школы именно на перемене. Говорит, мама, я еще двоих позвал, девчонку позвал, одноклассницу и еще одного мальчишку. Я говорю, сколько у вас? 6 человек. Окей. Лавку мясника они пойдут, в воскресенье их записала на, по-моему, 4 часа дня. Их там 6 человек, я не знаю, их, наверное, надо будет везти, либо как-то на такси, я вообще не знаю. Может быть, они хотят еще сходить куда-нибудь, не знаю, компании этой своей, куда-нибудь покушать еще, может быть, ну, не знаю. Сейчас Леша Темка придет и решим этот вопрос насчет воскресенья, но вот пока такие новости. Вот, либо Лешка повезет, но они все не влезут. В общем, я не знаю, дедушку попросить. Дедушки тоже они не в 6 человек не влезут, наверное. У него там второй ряд в Прадо, ну там можно разложить. Ну, сейчас этот вопрос, не знаю, решается на подвешенном состоянии, либо они поедут на маршрутке. Сейчас все решим, Артем придет. Сидит, блин, возле пакет. Вот, я сейчас пошла готовить плов, потому что сейчас приедут они. Вот, ничего не готово у меня. Вчера, блин, вечером ничего не снимала, хотя можно было снимать, и я вчера ничего не готовила вечером, вообще лень было что-то готовить. Мы пошли с Лёшкой, купили шашлыки, крылышки вот в павильоне, вот. Отмечали дальше день рождения, ну так просто посидели, с Артёмки взяли бургер, он вот что-то сел, кое-как доел, но огромный был, гамбургер или какой-то, потому что он чипсов до этого наелся, с соком напился, и потом не вылезло, кое-как доели. Так что вот такие дела. Оставили еще кусочек дед Саши торт попробовать. Ну, вот там остался кусочек. До соседки так не дозвонились, его второй день здесь нету. Хотя, ну, соседка, бабушка, которая на постоянно что-то приносит, хотела тоже угостить, там фрукты, собрала конфеты, да, тортик. Но нет ее дома, она, не знаю, может быть, она у сына, может быть, ночует, либо на даче где-то. В общем, не знаю, нет ее. Хотя, она, вряд ли у нее там дача, она там ночует. Ну, в общем, вот такие, ребята, дела. Пошла сейчас готовить. И да, сейчас покажу вам на кухне, распакую сначала масло и покажу вам, что там за масло. Мне интересно, самое какое-то нерафинированное масло авокадо. Блин, я фанат просто авокадо, вы уже поняли, просто по футболке видите. Просто Лена Авокадо, можете прям подписывать. И мой ник Лена Авокадо везде писать. А вот не Елена Топ 27, а Елена Авокадо, надо мне ник сделать. Вот, потому что я просто сумасшедшая. Авокадо просто помешано. Ребята, у меня даже тетрадка с авокадо, все. Мне, может, крышу одной сносит так, или я еще лечь люди такие, которые сумасшедшие по авокадо. Не знаю. Так, все, открыла я эту банку, бутылку. Здесь, смотрите, 750 миллилитров. Довольно-таки большая бутылка. Здесь дозатор. Ну, говорят, что вот эта крышка тоже служит дозатором. Внутри которой, видите, штучка такая белая, такая чпонька, которая вытаскивается. Вот. Ну, посмотрим. Я, наверное, в какую-нибудь брызгалку добавлю. Ну, посмотрим. Надо подумать. В общем-то, я думала, это будет металл. Может быть, это металл. Ну, алюминиевая, по-моему, банка. Немного гнется. Ну, тяжеленькая. Я очень рада. Интересно, на вкус какой оно. В салат добавлять. Жарить на нем. На нерафинированном, по-моему, нельзя. Надо почитать в интернете, можно или нет. Будет ли оно гореть? По-моему, нет. В общем, надо изучить этот вопрос, уточнить. Вот. Я фанат масел, таких полезных, конечно. Так, давайте вам покажу, как сделали отверстие. Вот, смотрите. Идеально просто. Можно, конечно, как попало. А здесь прямо ровненько, все замерили. Я попросила, говорю, в таком же расстоянии, точности, чтобы было. Шикарно. Конечно, здесь маленечко мохнатится внутри, но это мелочи жизни. Потому что сейчас будет он точно носить. Блин, сколько лежал этот ремень? Два ремня. Он их не носит. Вообще молодец. Некогда ему просто, он работает, просто упахивается. Некогда сходить. Короче, надо ему еще манжеты на кофте переделать там. И заказала ему. Займусь этим вопросом. Здравствуйте. 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 Он меня вот так смотрит, меня глядит. А я же наскрывался, да? Да.
Ну, полаважу. Так оно и есть. Сейчас будет на два вагона одна проводница. Почему? Ну вот, сокращение будет проводиться. А чё, почему? Мало ездят люди или чё? Мало людей? Одна уборщица. А, одна уборщица? На 6 вагонов? Ты проводишь, выбирает. А как раньше было? На каждый вагон? Полны. А? Проводники полны мыли. Раньше мыли, а сейчас уборщица. Наоборот, лучше не стало, да? Прям вообще можно на выставку. Посмотри. А что в холодильнике ремень еще, что ли? Такой открыл холодильник. Я ремни не прячу в холодильник. Смешной. Да, что-то там вот отец привез. Да и ты что-то один раз в каком-то году забыл что-то там. Что? Я? Да. Я забыла? Да. Это бутылочки, каше. Я что-то забыла. А, это походу дверь какая-то. А, ничего себе, да, второй обалдеть. Да, вот такой. Вау, столе шоколадный. Шоколадный пиз. Прикольно. Ну, не знаю, шоколад. Примозг кондитер какой-то. Вот эти вот надо быстренько, быстренько сесть. Очень быстренько. Это другие вот, видишь, что салаты. Это перчики? Там перцы, помидоры ты открыли. Какие красивые, оранжевые. Я вчера, а? Даже не видел оранжевые. Да, вчера передурал один живончик. Красивые. Обалдеть. Спасибо большое. Артёма, скажи, пусть на стенку повесит.
А, пистолет? Ну. Да есть что-то даже как-то неохота, да? Ну не говори. Жалко даже не пусть. Конфеты пробую. Уссурийский мишка называется. Шоколадки родителям, видимо. И нам шоколадина. Ну, пистолет. А здесь мы на Рыльне. Исторический кадр. Дети мои, я маленький, что? Завтра мы в магазин пойдем, рядовую посадим. И он скажет, дайте мне это. Какие-то наклейки на спину. Ну что? Где? Ну, расскажи. Ты рад, что я приехал? Да, конечно. Видишь, голосок какой? Ну, может, мужской-то. Да. Поэтому жалко. Сейчас. Это Лёшкина, да? Ну, да, да, да. Это Лёшкина, разрез Лёшки. Ну, в общем-то, на Лёшку похож. Ну, конечно, не из детдома. Да, глаза. Ну, проверка такая. Дедушкины глаза. Ты моя. Я не перепутал. Ну, молодец. Где вы были, молодой человек? Гуляли. Я сразу в угол вставлю. Днем рождения тебе. Спасибо. Дорогой. Короче, так, Артем Алексеевич. Так, что там дышит? Ты по лестнице бежал? Да. Ну ты шику не это. Так. Слушай, послушай. Ну. Так ты 3 года уже не видел, да? 3. Ну, вот как деду съездили на юбилей, да? О, на юбилей я был, 3 года прошло. Так, казаку еще, да. Не, ну красивый. Ну конечно красивый. А вообще волос какой у тебя? Нормально. Нет, настоящий, темный. Такой. Вот такой вот. Не крашеный, нет? Нет, один. Вообще, ты темный. Ну все, уже отрасти кудри-то у него. Отрасти? Да. Отрасти малек. Ну, так, чуть-чуть на отца похоже. О. Отец, а сын на отца, а внук на отца. Ладно, я рад. Я дослушаю. Сладенький. Так, при всех говорю, дарю тебе 5 тысяч. 5 тысяч. Конверти. Чтоб ты знал, понял? Стоять тут. Стоять тут. Не, ну это не на... Я знаю. Другое, знаю. Не на игры. Не на игры. Понятно уже. Не пистолет вон еще, смотри какой. Умер тебе. Шоколадный. Вот что, шоколадина. Ты, кстати, в этом инстаграме ВК сфотографируй. ВК у него нет, он удалил себе ВК. А чё? Не вкачивайся он вообще никак. Давай, иди раздевайся, надо решить, что там со воскресеньем. Решил я уже все, 6 человек едет. А на чём едет? На чём поедете-то? Да, сами берём себе так, как прикольно, мне кажется, будет. Там на элеваторе, ты в курсе, это на элеваторе? На элеваторе. Да, тут найдут-то они на элеваторе, надо показать, наверное. Ну ты знаешь, где элеватор? На карте показать ему хотя бы. На тройке едешь, там я элеватор. Знаю. На карте, где фотографии есть, вот там покажи, ну, чтобы ладно, понятно хорошо. Было, то поедут, да не туда уедут. Ладно, я тебе покажу. Ты точно уверен, что ты сам? Я уверен, да. Ты в курсе, как там дорогу приходить? Там подземные переходы. Я знаю. Ну хоти меня с Дина в Чеку съездить туда, помнишь? В понедельник поедешь? Ну, я не знаю, в понедельник, вторник, на 2 дня. Артём Алексеевич. А мама не поедет, а присутствие всех дарю тебе, тебе, внучек, с днем рождения. Желаю тебе от всех наших, всех трусов, желания, успехов во всех делах, в учебе, а главное здоровье. Только здоровье, а здоровье будет и спорт. Это. Вот так вот. Артём, надо это, надо кроссовки. Я уже знаю, да, и да. Так далее. Покажи всем, ну, что вот так это твоё. Что сказать надо? Бумага. Спасибо, конечно. Нашим синотрусом.
А что не так, ну что? Да нормально все. Пахнет, да. Ну ты моя маленькая. Артем, главное будет это. Да не будем, говорит, послушаем там, будь самим собой. Самим собой. Не ведись на провокации. На провокации не на какие. Да. Это самое, да. Мне папа говорю, с этими подальше. Чуть-чуть прочувствую этого. Чем он дышит, падла. Чем он дышит, падла. Чем? Ну погоди, посмотри, чем он. Падла, хули, чем он так дымит? Чем он брашкой дышит? И если нырять будешь, прежде чем нырять, я посмотрю, надо места знать. Очень хорошо. Сейчас я скажу, приехал я в Ялту. Это было еще... А что? Перед тем, как свадьбу жениться, вот что. Какой год это был? 80-й год. 81-й. Лежу в больнице. А он молодой мужик. Из института ходит. Оказывается, он нырнул головой в бассейне где-то. Головой ударился, его наслеп. И ходил к тому массажисту, работал. Я посмотрел, как он где-то ходил до автобуса. Я один раз побежал. Ну, понял, голову ударился. Головой ударился, все. Не надо знать, где места. Он слишком сильно придумал голову. И у него слишком команда слишком сильная. А ему где-то рассказывал парень, мальчик, на лом прыгнул, короче. Голова там нет, не в том дело. Надо знать именно, куда прыгнуть. Но даже ты сначала знаешь. Вот так нырни, даже если не хочешь, то ныряй. Куда раз, нормально там все. Можно нырнуть так, что тебе пацан, давай ныряй, а ты нырнешь. На, все отказало тебе. А у нас на палубке был, ну, конечно, уже нету, это дело на палубке мы были, ну, утёсы встречали, помнишь это? Да. Так вот, молодой человек, когда он ещё будучи, нырнул с этого утёса, нырнул, тогда высота, вода холодная, всё холодное, на другой день ноги отказали, спина, и он 40 лет ходил на костылях, ноги отказали, ну, дойти было. Да, нашли жену хорошую, ну и чей было, так а всю жизнь сказали, хорошим столером было. Но дело-то, я предупреждаю просто, возьми на заметку, понимаешь? Uh-huh. Я в твои годы, тоже тебе 13, я тоже плавал, я в 10 лет плавал, и хорошо. Ну ладно, папа похож. Еще обращаешь, нас переходишь еще маленько. Другой вот. Да уже просто там, если не хочется уже. Да ладно тебе. Голос, что плохого-то? Голос какой стал. Mm. Ну сейчас тебе петь, пока не хочется, не надо. Да. Голос ломается, да, уже? Ну, наверное, уже. Да, наверное, уже. Ну что, ребенок, гуляйте. Ну, вот и как вы хотите? Ну, брать у него там копилка. Мы уже разговаривали вчера по поводу. Говорили над тем? Да. Так, ты доволен всем, чтобы не было никаких обид на дедушку? Да нет никаких. Так, выдайте револьвер. Вы револьвер выдали, вот, револьвер. Револьвер, пожалуйста. Школе сейчас сколько у вас учеников? Нет, ты фотку сделай, я ВК восстановлю. Ничего. Просто фотку сделай. Тебе сделаю? У меня уже есть аккаунт, я просто не могу установить. Я фотку сделаю тебе, это же. Фотку еще. Просто сделай, потом ВК выложишь. Все, потемнеет все, да? Ну, может быть. Я был белым. Родил белым на 5 лет. Ну, он тоже белее был, сейчас потемнеет. Ну, потом пошел в школу, я стал... Не, ну такой ты черный точно не получится. Ржеватый, потом брас и в 5 классе, ой, в 6 я чернее. Да. Не, ну у тебя не будет, наверное, это все уже. Это цвет, как у меня, я такой же. Гумилее. Ирина Владимировна сказала, пусть будем кушать сначала вот эту мелочь. А, да. Сначала был молоток, теперь это. Вот. А вот это, говорит, на стенку повесь. Ну красиво ты как сделал. Так, сколько у тебя друзей? Много. Это слишком. Правда? Очень. А девушка одна. Еще рано девушке. А что ли? Да?
Ну есть, примерно. Ты сфоткай, а потом пускай уже. Сначала поест, а то сейчас шоколад. Да, Артём, ну давай, есть. Давай, я тебя разогрею. Прямо шоколад. Так, какой размер-то у тебя уже? 39. Ой, у тебя я перегнал? Да не, мы одинаковые. Вровень пока что. Пока. Так, ну что, ты разговаривал с ним насчет поездки? Я только зашел, когда... Да, он только зашел. Сейчас поест человек. Сейчас он видит, в воскресенье надо там с друзьями сходить. Я вот думаю, может, или в воскресенье ехать? Как да, куда плавать не ходишь сейчас? Так, в воскресенье сейчас... туда. А снег не чёрт? Короче, спрашивают, пока не дают, за рост сильно вырос, сердце да. Не успевает за ним ездить. И какое это время надо пока? Ну, мы на следующей неделе пойдем справку, чтобы получить. Пока волнуем, не будет. Ты не знаешь, на следующей, может, даже неделю еще, может, позже. Да нормально, ну-ка, сами еще раз. Здоровья, пацан, ну, дядю будешь. Ну, ну, походи. Дядя Юр больше. Ну, копий дядя Юр. Нет, ну, лапа-то. Будь там каким-нибудь, понял? Вот и все. И Сушенька, он. Папку береги, мамку. Вот как вот. Ладно? Ладно. Их беречь надо, тебя рощу воспитывают. Вот так вот. Но краем уха прослушивайся. А сам будешь мужиком. В школе там шибко ни с кем. Не ругайся. Не балуй. Да он не конфликтный. Не конфликтный? Нет. Я, однажды мама мне позвонила, говорит, что там Артём у вас что-то там руками машет или что-то руком что-то. Где? Артём! Где руками машет? Артём! Я в школе. Ну, давай. Когда это было, то типа, мельче-то все были, мы рукой махали. Портфелями кидали еще. Нормальным время. Я в школе вообще. Пацаны, там ничего. Не, я... Где подростки, наверное, что ли, все в армии? Иди ешь! Это технику не учился пока, тяжелую атлетику, а сестра, ты еще ниже будешь, что ты творишь? Тяжелую атлетику. Вот ты ему расскажи про тяжелую атлетику, я его в баскетбол записать, говорит, не хочу ли ты в баскетбол, мне плавать хватит. Про баскетбол? Ну это его дело. Плавание, ну, плавание это хорошо. Плавание это дыхание, это для все. Для позвоночника, тем более сейчас в такое время. Но, а баскетбол, это его... Ну я говорю, пойдешь в баскетбол? Во выбор. Не, Леш, плавание само. Тут, вот ты никогда не плавал в бассейне. Не. А бассейн это вот закрытый, так сказать, работа. Ну. Это тебе не река. Ну. Мы следующий день утонули в бассейне. Я начала тонуть, а он меня спасать в бассейне. Вы оба. В бассейне. Начал меня спасать и сам начал тонуть. Вообще. А этот не понимает, что происходит. Ну, говорит, что ты думал, веселитесь вот так. Ау. Ой, вообще. Смех и грех. Нет, вообще, где ими заниматься 16 лет? 16 лет? А потом первый раз я поднял 60 килограммов в школе, 60 килограммов. Раз, нет, мне тоже, а вот так вот, смотри, поднимаю 60 килограммов. А на Кирову было, в натуре, на подводе, по физкультуре. Задросил, а ну-ка еще раз. У меня голос такой, а он детдомовский, и еще раз. Яйца вареные, да, вот эти? Да. Артем, может, будет? Будешь яйцо? Не, ничего не хочется. Завтрашнего дня будешь ходить тяжелой атлетикой. Гири, я брал вот так вот, 32, вот, 16 килограмм, запахал уже. Запахал, я уже, да, многие упражнения. А потом уже я обчеку. 2 по 10 вот этих, и еще 10-12. Гири хорошее дело, дыхалка тоже хорошее дело. Но спортом заняться, это, так, а еще, знаешь, Артём хотел бы выжимать, занялся бы. Выжимать? Это вообще дыхание открывает. Вот, по трассе несёшь. Вот.
Я ходил на лыжи. У меня успехи были вообще. Ну, в школе тоже ходит ходить будет, вообще не разу ходит. Ну, школа-то. Ну, ладно, он подумает. Так, налейте внуку что-нибудь, соку. Сока нет. А что-нибудь, рассольчику. Ну, что-нибудь-то, внучку. Вон арбуз, он пускай запивает арбузом. И никого нет. А тут что-то еще не попал куда-то. Ну вообще никого, все, уже время-то. И вот рельс идет, она сдох. Но знаешь, что мне туда идти? Но это шахта, это же не лес. Да. Света нет, вырубят потом свет. Я вот одной ногой. А одна нога-то у меня разута была. Я попал за латом в рефрам добывали. А там под голову как падло пошел, у меня сапог весь. И короче, один сапог тут. Тут что-то протерка, полоком потом, и там попарились, и вот так шага, так шпалы есть, если есть, фонарь дохлый, чуть-чуть. Я прихожу, нашел я выход, как мотанул эту, называется, я светил, ламповая. Я сучка, сейчас, блядь, пойдем не лету, солнце. Я оделся с этим фонарем. Я, блядь, что на свете, не зимой. Маргарет. Солнце. Я, ну еще. Вот ваш фонарь, он мне хватил только вот. Ого, ничего себе. А там он какой-то необычный на том фотоаппарате у него получился с вспышкой. Ну вот этот свет мешает. Попробуйте выключить свет. В темноте будет? Вау, так-то близко можно? Ого. Да, давай наш. Давайте я сфотою. Давай. Фотосессия началась. Сиди. А мы присядем и песенку споем. На-на-на. На-на-на-на. Покрупнее. О, не, я смыто, у тебя размыто все что-то. Размыто все. Подожди-ка, давай-ка вот этот свет. Давайте втроем. Ну, а ты что? А ты куди? О,